Я помню, что в Last Chance турнире я сыграл без никаких ошибок. Поэтому запомнилось мне это хорошо. Я никогда ничего не ожидаю особо от турниров. Приходится участвовать во многих турнирах, и нет времени на ожидания. Надо просто все время использовать оптимально, чтобы подготовиться как можно лучше. Мне нравятся турниры в формате, когда они устраиваются не на студии, а в доме. Типа Аркон Лиги или Вайгейм Хаус Кап. Они проводятся в основном в дружелюбной атмосфере, и между играми всегда игроку есть чем заняться. Даже если, например, неважно или особо неважно следить за игрой, что другие противники делают. Можно просто расслабиться, поговорить с другими игроками или, может быть, поиграть с ними в какие-нибудь игры. На студии это все как-то более сковано. Ну, подготовка, в общем, заключается лишь в том, чтобы подготовить лучшие колоды, которые могут, в принципе, быть против того лайнапа, который противник, оппонент может предоставить мне, чтобы иметь как можно больше преимущества еще до того, как игра начинается. Колоды в основном все одинаковые. На самом высоком уровне игроки могут поменять одну или две карты, но от этого особо колода не меняется. Вопрос больше в том, какой класс или тип колоды нужно в турнир внести. Процесс создания новых колод начинается только когда новые карты предоставляются от разработчика. После того, как Hearthstone вышел из релиза, ни одна колода на моей памяти не была открыта в течение долгого времени после последней экспансии, которая выходила от разработчика с новыми картами. Поэтому я не думаю, что что-то новое можно принципиально открыть. Поменять немного карт, чтобы оптимизировать колоду, это запросто можно сделать. Но что-то новое открыть невозможно после того, как прошло много времени после последней экспансии. Могу немного нервничать, что на лан-стадии, что на финале. Наличие или отсутствие зрителей меня никак не смущает, никак не влияет на игру. Это больше зависит от того, как, например, я отдохнул до того, как играть. Если я играю хорошо или плохо. Может, какие-то другие факторы, которых я еще не знаю. Иногда, например, в аэропорту кто-то меня узнает или на улице, например. Ну ладно, ну узнали. Но все равно я бы предпочел, чтобы меня никто не знал, просто играть. Ну, максимальные плюсы, конечно, заработок очень хороший, как для жителя Украины. У нас зарплаты в Украине, как известно, не особо высокие. И быть игроком на высоком уровне приносит очень хороший доход. К тому же я занимаюсь тем, чем я хочу заниматься. Я всегда играл в компьютерные игры до того, как я стал профессиональным геймером. Сейчас я делаю, в принципе, то же самое, только мне за это платят. Ну, хорошо, что сказать. Маленький минус в том, что когда я стримлю, мне иногда просто хочется поиграть для себя. Но приходится стримить тоже, потому что есть контракт, и у меня есть свой стрим, и не хочется его бросать тоже, потому что дело, которым я занимался, как я стал известен. Всегда должен быть один комментатор, который знает об игре очень много, и один, который более общается с аудиторией, задает вопросы. Ну вот первую роль я мог бы занять легко, потому что об игре я знаю много. Говорить не очень люблю, это да. Но говорить о игре могу долго и с толком. Да, тренировал людей. Говорят, помогает иногда. Иногда ничего не говорят. Конкретно сказать не могу, но хочется верить, что помогает. Ошибки все делают. Иногда такие базовые. Например, когда нужно с миньонами торговаться, когда нужно носить урон по врагу, по противнику, когда нужно сохранить заклинание, или когда нужно его сыграть и не быть жадничать. Иногда просто забывают о том, что секрет активный есть. Там много чего глупого бывает. Надо все в голове держать. Считать урон, подготавливать ход, узнавать о том, что противник не имеет чего-то, и не играть и за счет на то, что он будет иметь эту карту, которую ты уже знаешь, у него не было. Многие ошибки бывают. Hearthstone комьюнити очень дружелюбно. Я думаю, это потому, что
чтобы быть хорошим игроком в Hearthstone, очень важно иметь способность отличать хорошего от плохого. Все игроки дружелюбные и приятно с ними вести речь. Так, чтобы назвать кого-то другом. На русском языке друг значит больше, чем на английском friend. Я бы не сказал, что есть такой. Говорят, что друг бывает только один за всю жизнь. Не думаю. Не нашел еще. Я с самого начала понял, как только игру увидел, что эта игра меня заинтересует, и я буду в ней играть много. Игры Blizzard я люблю. Ну да, сразу понял, что эта игра меня заинтересует. Я картами тоже увлекался. Никогда у меня не было коллекционных карточных игр. Я просто о них не слышал. Обычные карты играл. Пытался с братом играть, но он очень часто проигрывал, поэтому играть не хотел. Люди часто не понимают базовых вещей. Не знаю, зачем нужно это рассказывать. Но если рассказать один раз, если человек хочет слышать, он услышит и, скорее всего, запомнит. Честно говоря, час или два провести с человеком и рассказать ему то, что он хочет знать, то, чего он еще не понимает. Если он уже знаком с игрой, достаточно, чтобы повысить уровень игры намного. Если, конечно, человек хочет играть лучше. Есть некоторые колоды, которыми очень легко взять легенду. Например, я думаю, что друид легкий класс для игры, но, как практика показывает, не очень, потому что люди не очень сильно, которые не умеют играть, берут легенду с ним. Например, паладин с секретами. Очень легкий класс для игры. Если человек просто играет эту колоду, может без труда на среднем уровне взять легенду, и тогда, ну, в турнире, ну, сыграет он паладина. Он его сыграет не оптимально, ну, на среднем уровне. Ну, потом еще две колоды остается, которые он играть не может. Поэтому, да, скорее всего, если человек может взять легенду, он сможет и на турнире себя показать хорошо. Но, опять-таки, на самом высоком уровне играть не так уж и просто. Очень немногие могут это сделать. Логику тренировать надо. В чем отличие между игроком самого высокого уровня от не самого высокого? В основном логика. Легко сказать, например, мой противник, скорее всего, сыграл бы эту карту в этой ситуации, поэтому у нее, скорее всего, не будет, я не буду такое играть. Легко сказать. Игрок на высоком уровне может это добиться, что на самом высоком уровне недостаточно. Все еще нужно понимать, почему в этот момент, когда есть действительно опция, которая неявна, почему один ход лучше, чем другой, замечать вещи, которые трудно заметить, например, зачистку стола, когда играешь престом, священником с безумным пиромантом. Иногда очень сложно найти такие моменты. Замечать нужно многое. Опять-таки, в начале игры, как маллиген сделать. Многие спорные моменты есть. И практика помогает тут в основном. В общем, один совет для тех, кто хочет повысить свой уровень до максимально. Просто смотрите стримы игроков, которые играют на самом высоком уровне, вы знаете это. Когда они делают что-то непонятное, пытайтесь найти ответ. Просто спрашивайте себя, если вы играете хорошо, если вы уже легенда, то ответ должен появиться. Если человек допускает ошибку на стриме, например, хороший игрок, он обязательно потом ее должен заметить и сказать, что это была ошибка. Я играл в многие их игры, Diablo, 1, 2, 3, StarCraft, даже более ранние игры, как Blackthorn. World of Warcraft не играл, но Warcraft играл во все три. Я был в мастер-лиге, в топ-мастер-лиге максимум. Тоже пытался в StarCraft играть профессионально, немного, но я понимал, что не дотягиваю. У меня АПМ был очень маленький, в районе 100, что для профессионального игрока, ну, недостаточно. Я только знаю одного игрока, который смог турнир выиграть с таким маленьким АПМ, это Жоу. И он сейчас играет в Hearthstone тоже. Делают Blizzard, что хотят. Могут хоть все карты убрать и Hearthstone закрыть, но мы тут ничего не сделаем. Хорошо или плохо, лучший ли момент, в принципе, все равно когда. Но люди видят что-то новое на BlizzCon'е. Может быть, больше зрителей будет, потому что не все то же самое, что было до того на турнирах. Для Blizzard и для зрителей это все хорошо, для игроков, может быть, нет. Ну, кто беспокоится за игроков? Ну, что там те игроки? Сколько? 8 человек? По сравнению с количеством зрителей, не так уж важно. Любимый класс у меня всегда тот, который больше всего выигрывает. Поэтому был воин.
Не знаю, что будет теперь. Мне всем нравится играть. Опять-таки, лучшая колода – это та, которая выигрывает больше всего. Умею играть всем тоже. Даже тот же самый Face Hunter. Ну, противно играть, конечно, немножко, но все равно приятно в то же время. Ну, мне не нравятся карты, которые зависят от рандома. Карты, как пилотируемый Шреддер, который призывает рандомное существо с вторым, со стоимостью 2 маны. Карты, как Доктор Бум, которые могут просто убить весь стол практически за бесплатно. Мне не нравятся такие карты, поэтому я считаю это наибольшим промахом. А что мне нравится больше всего, это... Мне нравятся драконы. Мне нравится, как контроль колоды могут использовать их в теории. Сейчас они не очень хороши. Обычный контроль колоды их не используют даже. Может быть, в будущем добавят что-то другое. За пределами Hearthstone... Нет у меня не особо никаких хобби. Это работа, которая приносит удовольствие довольно часто, не всегда, большинство времени. Я думаю, что я могу определять хорошо хорошее от плохого. Я могу легко поставить себя на место другого человека. Возможно, это помогает мне в картах тоже. Потому что важно знать, в зависимости от того, как игрок себя ведет и какие карты играет, что, в принципе, может случиться в последующих ходах. И, в принципе, как рука оппонента может выглядеть, в зависимости от того, что он делает. Мозг у меня так устроен, что я могу хорошо играть в карты. Как тут может не быть или быть везение? Может, я бы делал что-то другое, то, что бы я не хотел бы делать, если бы я не мог делать то, что я могу. Есть везение везде. Я вообще думаю, что везение играет очень важную роль в жизни любого человека. Прожил бы без этого легко. Чего уж там. Ничего тут, никакого удовольствия нет сидеть на интервью и отвечать на вопросы. Разговор, значит, делаю. Вообще, моя жизнь довольно прямолинейная. Просто делаю то, что подворачивается под руку, так сказать. Вот и получается то, что выходит.